На церемонии открытия присутствовали донецкий городской голова Александр Лукьянченко и народный депутат Украины Владимир Малышев. Дорогие друзья, у нас сегодня радостное событие. Мы открываем очередной музей в нашем родном городе Донецке. И музей фотожурналистики и фототехники – это, наверное, дань уважения тем всем людям, которые на протяжении десятков лет творили историю нашего города, нашей страны, нашего региона. Главная идея и основная цель – воссоздать уникальные страницы истории фотожурналистики в Донецком регионе, рассказать о профессиональной деятельности фотографов. Среди них известные фотокорреспонденты Евгений Халдей, Лев Азриэль, Борис Витков, Валентин Гончаров и другие. Я благодарен Александру Борисовичу, что он помнит и в своем отце, это дорогого стоит. Многие не знают, но Борис Витков – это был героический человек. Не каждый мог быть награжден орденом боевого красного знамени, кавалер славы, 3 медали за отвагу. Это 3-жды подвиг. Он горел в танке, и он свою любовь отдал фотографии. История создания музея начиналась с небольшого столика, где стояли фотоувеличитель и 3 фотоаппарата. Сейчас же в музее собран впечатляющий архив, насчитывающий 100 уникальных фоторабот и 500 раритетных и современных фотоаппаратов, а также действующую фотолабораторию, в которой посетители смогут проявить пленку и отпечатать фотографии. Вы знаете, что такое фотография? Проходят времена, годы, забываются, а когда смотришь на фотографию, ты вспоминаешь отца и мать, вспоминаешь себя. Я желаю этому музею процветания и желаю, чтобы в этом музее всегда было тепло, уютно. И я хотел бы этому музею прекрасному подарить вот такую икону. Музей фотожурналистики – это своего рода экскурсия в прошлое. Приятно отметить, что его экспонаты – это уникальные предметы, которые приносили дончане, представители землячеств донбассовцев из Киева и Москвы. Донецкий музей фотожурналистики и фототехники находится по адресу улица Шекспира, 11. Кира Думская, Павел Нырков, Первый муниципальный.